храмы как центры духовной жизни, истории их создания, появление чудотворных икон, беседы со священниками и вопросы от телезрителей. Все это в новом телевизионном сезоне на национальном телевидении «Чуваши». Мои знакомые, вот у одного 11,5 лет не было детей, у другого 6,5 лет не было детей, ну, у того у одного двойню. Творческая группа программы «Духовная жизнь» работала на этот раз в селе Раскильдино Аликовского района республики. Смотрите на национальном телевидении «Чувашии» в воскресенье 21 сентября в 18:00.